Итак, всем привет, зрители и подписчики канала Рик Антона. У меня получены оба устройства, точнее одна деталь у меня уже электрощитка находится там, а про вторую деталь, которую я получу, я вам сейчас немного расскажу. Она вот в этой коробочке, которую надо изучить и, соответственно, достать. Итак, деталь устройства получено. Итак, давайте расскажу, как получил. Я не снимал это видео, но суть какая. Вы находитесь в холле. В холле, соответственно, с самого низа, да. Поднимаетесь наверх по лестнице. Идете в библиотеку, проходите библиотеку полностью, да. Соответственно, поднимаетесь вот здесь на лестницу, здесь у вас домкратные будут, вот где мы использовали домкрат, здесь будут эти вот тележки, да, передвижные, большие книжные шкафы. Вы поднимаетесь наверх, переходите в холл, соответственно, уже последнего, третьего этажа, да, и идете в часовую башню, то есть вот сюда. Здесь, в принципе, за мной сначала гнался этот мистер Икс, потом он перестал гнаться, музыка нагнетала, но до меня так никто не добрался, я спокойно отсюда вышел, соответственно, без всяких каких-либо проблем. И все. Здесь, да, там шестеренку сначала нужно большую поставить в одно место, прокрутится механизм, потом вытащить ее, найти маленькую шестеренку, опять вытащить большую, поставить в другое место. В принципе, там ничего сложного, выпадет эта коробочка, вы ее забираете и, соответственно, возвращаетесь вниз на второй этаж, в холл, и идете, соответственно, в комнату смотрителя, по комнате смотрителя проходите, и отсюда мы уже будем возвращаться. Соответственно, вы знаете, куда. Мы возвращаемся в изолятор. В изолятор. Сейчас надо будет пройти собак. Самая жесть. Парковку и в изолятор. Надеюсь, мистер Икс еще здесь не появится. Так. Собаки, наверное, меня чуть куснут. Но что делать? А может быть, и не достанут. Может быть, я проскочу. Может быть, я проскочу. Ух, я чудом проскакиваю, ребят. Мистера Икса пока нету. Здесь будет жесть. Я надеюсь, игра сохраняется на этом моменте. Потому что здесь, по-моему, сейчас будет просто дикая жесть. Так, ну что, идем сюда. И отдаем деталь устройства. Так, а что даже с чем питаться-то? Вообще, блядь, непонятно. Ту-ту-ту. Да, пока не могу что-то понять, что с чем должно запитываться, если честно. Так. О! Ёптить. И, я так понимаю, надо вот здесь какую-то связку поиметь, да?
Опа. Все, пипец, блядь. О, пропуск взят. Ну, там сейчас, по-моему, эти все выскочат, твари. Но это не объясняет слухи о приюте. Его спросил там Брево. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что интервью о новом гранте. Амбрелла. Брось, Айнет, всем на него плевать. Им нужна информация о Гривусе. Сраной выгребной яме под улицами города. Кстати, по слухам, она связана с вашей подземкой. Лаборатория? Ну что, расскажешь что-нибудь? Нет, интервью окончено. Так, я надеюсь, здесь будет мини-сохранение, если уж я загнусь. Так, что тут? Стенограмма интервью. Ну, это ты сказал. А, ну, это то, что мы сейчас прослушали. Есть. Есть. Give me a break. Есть. Просто бежим, ребят, просто бежим. Ёб твою мать, блядь. Сраный факер. Ёб твою мать. Да нет же, блядь. Тихо, тихо, тихо. Я начал уже нервничать. Опа. Ох, ёб твою мать. Вот выблядок. Опа. Сват. О, девчонка. А почему она нам помогает? Только тогда, когда... Да уже полный пипец. То есть сразу она помочь не может, да? Второй раз подряд спасаю твою задницу. Да ты что? Здесь под землей ничего не умирает навсегда. Ох, ничего себе. Все. Я так понимаю, у тебя есть ключ. Да. Вот он. Я надеюсь, ты сможешь объяснить, о чем здесь говорится. Возможно, мне надо ее послушать. Давай выбираться отсюда. Так, а интересно, открылось ли такому-то? И где собаки? Да, дверь, кстати, так и заперта. Чудики так и есть там. Так, ну что? Возможно, придется поднять заграждение. Мне интересно, здесь так и закрыто, да? Да. Ну хорошо, я, кстати, почти не использовал патронов. Ну, так сказать, мало их использовал. Ну что, использую магнитную карту от гаража. Так. А, я почему-то думал, что эта машина целая. Ну ладно, раз мы идем с ней, значит, так и должно быть. Ой, господи, прям свет его ослепил, ага. Обхохочешься. А эту информацию ты искала? К сожалению, нет. Бен меня подвел.
Тогда конкретно, что тебе нужно? Больше свинтик заварил эту кашу. Это насчет тебя. Хочешь спасти мир? Я сказал лейтенанту Бернагу, что приведу помощь. Так, ну и что, куда мы идем? Я очень удивлен, что здесь прямо-таки так и нечего взять нигде. Gun Shopping, то есть магазин оружия, да? Тупик. Похоже, нам придется пройти через этот магазин оружия. Ну, логично. Так-то как бы логично. Что, она сама вскроет? Итак... А, в голову ей стрелять нельзя. Ну и бардак. А что, она может как-то это исправить? Так, гранат. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть для соединения. Пороха много, большой запас пороха, где можно сделать вдвое больше, чем из обычного. Я бы для дробовика оставил. Дульный ствол. Типа патронов больше, да? Так, поговорить с Адой. Как с ней поговорить? Опа! Я не причина. Ну стоять! Я просто проходил мимо. Пожалуйста, опустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и уйдешь туда, откуда явился. Ой, блядь. Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. Не указывай мне, как обращаться с дочерью. Бросай. А там все уже. Нет, стой. Отойди, надо прикончить ее, пока не стала монстром. Прикончи, черт, это же моя дочь. Ада, оставь их. Ну а что, сейчас она его укусит, дочь, и все. Эмма, дорогая, я же просил ждать там. Папа. Дай мне, папа, с тобой. Я здесь, слышишь? Сейчас она его укусит, блядь. Эти чертовы твари снаружи. Смотри, что они с нами сделали. Ты коп, ты должен что-то знать. Почему это случилось, а? Она была нашим ангелочком. Мама? Мама спит, милая, слышишь? Тебе тоже пора в кроватку. Эмма. Уйдите, просто оставьте нас одних. Да, такой трогательный момент. Ладно, одно дело скрывать правду от меня, но от него-то зачем? Все-таки он сделал это. Я хочу понять, что тут творится, и остановить того, кто за этим стоит. Помогать людям вроде него? Для этого я пошел в полицию. Есть вариант, кстати, что он себя там завалил. Моя задача — сорвать все планы Амбрелла. Мы можем погибнуть. Для этого нужно для спасения города. Я с тобой. Так, ну а где сохранение? Ну вот сохранение автоматическое.
Надо тут собрать все, что есть. По максимуму. Понятно, что в оружейном магазине какие-то должны были быть патроны. Пусть их и немного было, но они есть. Так, ну тут, в принципе, все нормально. Единственное, что ключ от машины... Ну, кстати, я не знаю, ключ от машины. А, возможно, кстати, это какой-то пароль. RPD. Ух ты! А че я раньше-то не нажал? Ё-моё. Ну-ка, подожди-ка. Ну-ка, эта машина должна пропипикать. Но никакая не пикает. Давайте сходим назад в гараж. Кстати, по идее, я могу сюда вернуться, да, получается? Боже, Матильда. Я так понимаю, красные галочки, это значит, что ключ уже не понадобится. Ну, наверное, я не знаю. Не знаю, зачем нам это Матильда. Возвращаемся к... А, теперь понятно, это для пистолета. Ёб твою мать. Жесть какая-то. Куда все это складывать, блядь, барахло-то? Ну все, идем к Каде. Так, ну что? А, то есть она продолжает. Так, а здесь? Это фармацевтическая компания, у них есть вирус, они обращаются ливень неуязвимых чудовищ. Теперь понятно, что это были за существа. Надо карту постоянно проверять, вдруг что-то пропущу. Пока идем, ничего нету. Поэтому я ищу Аннет Биркин. Она выпустила вирус Амбрелла на свободу. Я должна ликвидировать ее. Так, здесь ничего нет. Это наш путь к Аннет. Найти Аннет. Канализация. После тебя. Ну, спасибо. И как насвященный сюда пролезет? Согласно штабу, этот путь приведет нас к Амбреллу. Да не может, конечно, обслуживать город. Как вам удалось построить комплекс без ведома властей? Добро пожаловать в корпоративную Америку. Амбрелла многие годы контролирует Ракун Сити. Че, она идет? Боже, это землетрясение. Да, не думаю. Ёб твою мать, блять.
Что там, блядь? А, ну вот, мы дошли до сохранения. Йо, я туда не пойду. Там кто-то прячется. Итак, патроны для револьвера. Так, ну, во-первых, что? Достанем смесь, достанем патрон для револьвера. Ну и все, пожалуй. 7-1. Так, она-то где? А, она здесь спряталась. Ну что, ребята, мы вышли из гаража, двигаемся дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, играйте в Resident Evil 2 Remake.